играть. Знакомство с фигурами. Это круг. Нажми пробел на клавиатуре. Это овал. Нажми любую клавишу на клавиатуре. Это треугольник. Это квадрат. Найди фигуру. Покажи треугольник. Правильно. Получился зонтик. Найди полукруг. Правильно. Получилась лодочка с парусом. Найди треугольник. Правильно. Получился зонтик. Где треугольник? Неправильно. Молодец. Получился гриб. Где треугольник? Умница. Получился домик. Найди треугольник. Подумай еще. Молодец. Получился зонтик. Найди квадрат. Молодец. Получилась машинка. Найди ромб. Подумай еще. Молодец. Найди предмет по нескольким признакам. Найди голубой треугольник. Подумай еще. Молодец. У кого красивее всех рыжий и пушистый мех? Есть и лапки, и усы, но, конечно, у лисы. Найди маленький овал. Правильно. Серый волк живет в лесу, знает зайца и лису. Найди маленький полукруг. Неправильно. Умница. И капусту, и морковку зайчик разгрызает ловко. Покажи большой треугольник. Подумай еще. Умница. Никого еж не боится, он в колючку превратится. Найди синий квадрат. Правильно. Картинки из фигур. Фиолетовый треугольник, голубой треугольник, красный треугольник, оранжевый прямоугольник, желтый полукруг, желтый круг. Получилась башня. Зеленый треугольник, желтый квадрат. Собери рисунок. Нажимай мышью на детали. Красный круг, желтый квадрат. Найди желтый квадрат. Умница. Где зеленый круг? Умница. Покажи красный круг. Молодец. Где зеленый треугольник? Умница. Где желтый круг? Умница. Покажи синий прямоугольник. Умница. Где красный
Прямоугольник. Подумай еще. Получился поезд. Покажи белый круг.